Эй, я всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на форумный турнир 7 по 8 ноября. Это, собственно, турнир на дробовиках. Вот по такую жесткую музычку мы начинаем этот жестенький турнирчик. В первом этапе сегодня, кстати говоря, будет целых три этапа, так что попробуем охватить как можно больше команд. В первом этапе мы посмотрим за командами Five Chains и UTP. UTD. Вот такие ребята. Собственно, давайте быстренько пробежимся по никам ребят. Собственно, за команду UTD выступают у нас Чока, Диего, Бауэр, Дерзкий и Пупсанище. И за команду Five Chains, Арамис, Портос, Вейк, Коби, Кипс и Нансу. Вот такая вот десяточка игроков. Кстати говоря, по билдбаю у нас тут вроде как у всех обычные перданочки, знаете, такие крутящиеся. Нет, не у всех. О-хо-хо. За команду Five Chains вообще три дефолтных дробовика. Вот так вот. Но, в принципе, три обычники, Хэй и семь перевертышей. Я не знаю, как их винчестеры будем называть. Пускай так. Также напоминаю, что, ребята, все свои приветики вы можете оставить в чате на твичике. Именно оттуда я буду все это зачитывать. В-первых, между играми. И что же еще? Давайте пробежимся по билдбаю, господи, давайте пробежимся по призовому фонду. За первое место за этот турнир можно получить M1887D, это, собственно говоря, тот самый винчестер, D-шная версия с, увы, с пятью патронами, версия вроде D, а патронов-то меньше. Ну да ладно, M79, это такой пистолет, пистолет-гранатомет, который просто стреляет, взрывает все, что попадается ему под руку. Мини-топор D, быстрая смена и быстрая перезарядка. Вот такой вот набор призов за первое, второе, третье место. Все на 314 и 7 дней, соответственно, по занятому вами месту. Игровые лычки за турнир выданы не будут. Это потому, что это фан-турнир. Так, ну что ж. В принципе, мы готовы начинать. Это первый этап сегодня, как уже говорил, будет три этапа. Достаточно жестко, очень много игр. Мы готовы, карта первого этапа Midtown, думаю, все это уже прекрасно заметили, мы лишь ожидаем всех игроков, пока они сейчас снимут свои инвентари и нажмут кнопочку «Готов». Кстати, снимать видео на этом турнире нужно на 20 FPS, так что, возможно, у некоторых проблемы с компьютером возникнут, будут какие-то подлагивания. Ну да ладно. Также напоминаю, что подписывайтесь на все наши социальные сети, на страничку ВКонтакте, в Ютьюбе. Также можете подписаться на мою страничку ВКонтакте. Буду очень рад всех вас там видеть. Ну, а мы уже практически готовы. Давайте включим вот так вот счет. Команда UTD в нападении, команда Five Chains будет защищаться. Мне кажется, будет сложно прорывать дефенс на Мидтауне, да еще и с дробовиками. То есть, представляете, что это? Что это сейчас будет? В ЦК в упор просто сел, там, альфу, два альфа, два бета, в упоре сидишь с дробом, просто тебя не выбить оттуда, так что будет жестко. Но посмотрим. Ребята уже все готовы, ждем одного Коби, передай привет Линк. Просто хороший парень, от Портоса. Привет тебе, Линк. Так. Напоследок чекнем Twitch и уже будем начинать. Собственно, да. Все, все начинают, все готовы. Мы загружаемся. Надеюсь, сейчас будет без всяких там крашей и тому подобного. Спокойненько начнем смотреть за ребятами. Привет. Без крашей, конечно же, не обошлось. Перезаходим. Видимо, кто-то там не прогрузился, просто вылетел, я не знаю, что. Что там может такое произойти? Что не так? Передай привет никому. Так, ладно. Не понял, что произошлось. Произошло. Но попробуем еще раз прогрузиться. Главное, не расстраивайтесь. Любимый просто макрос Коби. Он уже весь день его сегодня пишет. Главное, с точкой на конце. Точка — это самое главное. Это, в принципе, смысл каждого предложения его заключается только в точке в конце. Передай привет, Эквайр. Ну, хорошо, привет, Эквайр, от Пупсанища. Стене негатива привет. Ну, такие троллинговые приветики пошли. Ладно, пускай будут.
Так, все, вроде все готовы. Вот, потихонечку. Да, давайте. Коби, дружище, жми. Вот, все, ура. Вторая попытка прогрузиться. Вот он, отчетик наш любимый. И, надеюсь, сейчас не будет, как на ЖТ, по 100 прогрузов подряд, и в итоге ничего. Такс. Ну, вроде как все прекрасно. Ура, все прогрузились. Начнем. Давайте посмотрим по расстановочке. Кипс отыгрывает под Альфой, Коби плюс Портос под Бетой, Нанцев, ЦК. И Арамис, в принципе, с двойки будет хлоповать. Что в ЦК, что на Альфу. Чёрт, у нас потихонечку уже проходит. ДЛ взорвал. Кипса есть опен фраг для команды нападения. И вот они в меньшинстве отыгрывают защиту. Ой, все, чока, дабл килл, дроба. Пошел дальше, пацан, разносить. Разносить все, что двигает. Так, Коби. Скидал разметчики для своей команды, но... 4 в 3 ситуация, в принципе, не так сложно. Портос забирает Диего на врыв в бухло. Тут чока просто третьего уже казнит. Просто по всей карте спокойно бегает. Убивает всех своих соперников. Ну и... Вроде как прорвал Альфа, вроде как ушел оттуда. Чока. Ой-ой-ой, Портос забирает пупса нищи. Вот 2 в 2 ситуация, в принципе. Портос плюс Нанца остаются отыгрывать. Ну и вот бомба на бете. Дерзкий плюс чока. Будут пытаться бету отбить. Есть минус за дерзкого. Просто в голову с питона забирает Портос. И вот они, Нанца. Берданочка в руках, 1 в 2 ситуации, 100 хп, в принципе, есть, можно сейчас повоевать, ну что, он пытается против Чоки воевать, не попадая, просто все в мимо, ничего, ни одна дробиночка не долетела, Чока в итоге минус 4 в раунде делает и забирает, собственно, этот же раунд в копилку своей команды, вот они, 1-0 на карте, польза команды нападения, начало неплохое, в принципе, хотя тут один Чока разнес. Всех своих соперников. Кипс! Нет, в упоре так вот не казнил. Опа, фраг для нас для защиты, и вот он. Вот он, но нападение в меньшинстве. А, в принципе, ребята будут халдить, куда-то отыгрывать то под альфу, то под бет. Под минус сейчас уже отыгрывать, потому что нету одного игрока. Что такое-то? Нет одного игрока у них. Нужно от минуса. Извините, в горле запершило. Бывает. Ладно, Копи тут без смены с обычной берданкой. Парень пришел выигрывать турнир, называется. Ну ладно, Диего забирает тут нацию. Коби еле-еле забирает. Все-таки на размен Диего Байер разменивается. Ну тут же Кейвс еще в ЦК казнит дерзкого. Ну и вот 2 в 2 ситуация. Рамис очень красный. Буквально 2 хп нету, перестреливает Байер. Бауэр. Ну и 1 в 2 остается на этот раз Кипс. Бомба была установлена. Что, у Кипса позицию полегче будет отыгрывать? Нет, не получается, Байер его забирает. И, в принципе, странно, защита как-то отлетает. Не получается в упоре даже принять нападение на такой карте. Но ладно, окей. Посмотрим, изи. Ну да, изи. Сейчас тут после такого сообщения ребят полетят. Такое часто бывает. Ладно, бухло. Врыв бухло, Чок плюс компания уже стоят. На проходе пошли хаешечки, ждут, пока они все отлетят. Ну что, Портос на приеме. Зачекал тут на мансе. Ребята входят обратно и будут встречать уже с дальних хищей. А ребята не спешат войти. Просто на семерочке. Спокойненько посидели, покидали хаешечек, там пошумели, смещаются на альфа. А вот на альфе у нас уже Кипс. Ну что, дружище, Кипс, где ты? Отлетел Кипс, есть ему фраг для команды нападения Нанца. Ой, Чока забирает Арамиса, Нанца в спину, и дерзкий должен хотя бы на коц, я не знаю, взрывает одного Нанца. 3 в 4 ситуации. Ой, Нанца, дабл килл, неплохо. На двойке, зачем у игрока? Можешь сейчас забрать просто. В стену стреляет. Это не хп, третьего забрал, как-то непонятно, куда Стрелянский забрал третьего. Тут же Диего вылетает, должен четвертый быть. 20 хп, нет, Портос его забирает. Вот один остается, Чока. 1-2 ситуация, против Портос, 28 хп, нет, надо четверых просто положил, по-моему, в раунде. И это первый раунд для команды защиты. Все-таки ребята отыграли. Один раунд себе в копилку. Миссия провалена. Ну и положено начало. Положим начало, да посмотрим по счету. Ну, Бауэр. 6-2. За 3 раунда. Чок 5-2. С минус 4 в первом раунде, да, что-то как-то. Парень потихонечку остывает. А вот, Чока врывается в ЦК, тут просто с всех сторон Нанца взрывает на хаешке двоих.
Пупсанич еще с хаешечки тоже разменится. Диего зарабатывает фраг. Дает по Арамису. Но его 3 в 3 была ситуация. Кип все-таки казнил одного игрока в ЦК. Тут же еще. Диего уже на респе. Уже на респе просто КТ был. Он тут кипс его. С ней не прощает. И остается одним Пупсанище. Один в два. Ну, уже с который раунд подряд. Один в два у нас ситуация. Тоже соточка. На этот раз у нас, правда, террористы 1-2 остались. Коби. А Коби должен был сейчас видеть. Пытается на питон поймать, да, но тут уже видно было Пупсанище. Можно было с питона, не ваншотит с питона. 30 кп не забираем, тут уже кипс уже помогает ему с ЦК и 2-2. Становится счет по раундам. Отыграли. Вот, ребят, написали, ну вот я же говорил, изи. Ну, сразу два раунда слили. Сами спровоцировали. Два святых раунда. Ладно, чок. Он пытается тут где-то открыть альфу. Дымы стреляют с питона, не знаю зачем. Пытался прострелить там какими-то чудесами кипса, но вообще не получилось. Даже близко. Ладно. Снова под семерку играют, ребята. Ой, Коби, интересный тут нычечка. Но с дробом отсюда ты особо не позабираешь. И ребята снова пытаются отойти на альфу. Ну, какие-то разводы вечные. Точно развод, и вот он Чока. Он Чока уже на альфе, это же Кипс. Ну что, не попадает ни дробиночки, Кипс. Сотый все еще стоит, просто воюет. Кипс в итоге забирает с пистолета. Тут у нас Диего, Чока. Все-таки забрал. Со второй попыточки, с второй обоймы Кипс. И вот он 3 в 4 ситуации Чока на перезарядке нанца на двоечке казнит. Ну и в двойном преимуществе сейчас нас отыгрывает нападение. Коби дерзкого чудесами забирает. И с питоном будет пытаться Чоку казнить. Но без смены отыгрывать сложно. Реально сложно, Бартос. Забирает щеку. И 2 в 2 ситуация. Бомба стоит на бете. И вот пошло убивание. Бартос 15 хп. Чок Коби 53. Ну и игроки нападения сотые. Будет достаточно, по-моему, сложно убивать. Особенно учитывая, что... Ну все, Коби остался один чувак без смены. Пытается тоже что-то пистолетом сделать. Но, по-моему, бесполезно. Сейчас все это будет. И 3-2 счет. Польза нападения, да. Вот они. 3-2. Ну и пока что... Даже какого-то экшена особо нету. Просто ребята потихонечку там идут в какую-то точку, делают там по одному размену. Никаких особых действий таких, знаете, ярких не происходит. Чока. Ну вот один Чока пытается ворваться куда-то и просто сливается. От Портоса отлетает в спину, он его забирает. Коби взрывает Диего. Ну и в 3 в 5 ситуация в меньшинстве отыгрывает. А снова такие нападения. Будет сейчас сложно. Ну, ребята должны халдить. Я не знаю, от минуса как-то отыгрывать. Потому что... Так даже не ворвешься ни в какую точку. Ой, Портос. Кину гаешку. Нет, не Портос у нас. Бауэр. Ну, ребята пытаются кого-то найти. Ой-ой-ой. Агр пошел от щеки. У парня уже бомбит. Игра только началась, он уже пукан отлетает. Ладно, Коби. Коби на приеме. Давайте посмотрим, как он будет отыгрывать. Коби, вот он. 74 хп, непонятно, куда ему стреляют. Его даже не зачекали здесь. Без смены. Заберет хоть одного. Нет, он должен один. Получается 3-3 ситуация. Дерзкий даблкил. Ворвался в эту. Отлично, здесь еще один игрок. Еще Кипс на широкой. Ну что, этот парень сейчас может, у него, в принципе, есть и смена, и все, что нужно, не попадает. Вот только надо попасть. Единственное, что от него требуется, в итоге его просто режут, и раницы остаются 1 в 2. Сотый. Ну, сейчас можем забрать Бауэр, а второй игрок уже ставит Альфа. Ну что, да, одного... Нет, даже одного не забрал. 4-2, двойное преимущество по раундам в пользу UTD. Ну и посмотрим, последний... Последний раунд. Последний, еще один раунд нужно ребятам из туда набрать, чтобы была уже победа за первую смену. Посмотрим. Посмотрим, кто сейчас возьмет. Оказывается, что защита здесь не такая уж и доминирующая получается. По крайней мере, у 5 Chance уж точно. Посмотрим, как у ГТД будут отыгрывать за смену. По синих. Эй, Коби выходит. Получает от Чоки, тот спокойненько дальше отходит по дуэлу. Ну, будет, наверное, проходить до конца. А тут два игрока на альфе, тут не все так просто. Арамис уже в упоре, в дверях, ну и Чока. Ой, прострелил немножко Арамиса, шапочку ему просто сбил. Арамис забирает одного. Тут Чоку под... Ой, под БТРом второго, один что, третьего? Нет, Диего не прощает, просто замакросил нас бедного Арамиса в альфе. Ну и остается 1-1, 1-2 против дерзкого Диего. Диего, кстати, красный на...
буквально на пулю чего угодно. Ну а вот дерзкий. Еще сотка. Нанс. Теряет хп, забирает красную, но тут против дерзкого отыгрывает. Тут сотка. Тут сейчас только ваншот спасет. Не знаю, парня, нет, 4 хп оставляет. Дерзкому, но в итоге погибает. И счет 5-2. И уже гарантированная победа, как я и говорил, за первую смену. Ребят, есть. Еще 2 раунда, в принципе, нужно отыграть. Посмотрим, с каким счетом ребята выйдут на вторую половину. Снова под бету. Пытаются разводить. Что, пошумят, уйдут или прорвут бету. А на бете, кстати, 2 игрока. На бету можно так попробовать пройти, но... Если только пятером, то можно задавить бауэр. Стрелять по ширме, никого не прострелили. Там, а вот там Нанса потихонечку теряет хп. Нанса, ну что, Портос, он просто вышел. Здесь бауэр, не знаю, мог зарандомить в тушечку хотя бы одного. Там Портос, например, на выходе. Но не получается. Тут с пистолета уже, по-моему, проще Нанса убить, чем вот так вот с дробью стреляться. Ну да, в итоге Портос по спину бауэр разбирает. Вот его пухак для команды защиты. Ой-ой-ой, Нанса плюс кипс по фрагу. И вот 2 в 5. Диего плюс Сани сейчас остаются на семерке, их зажарят уже, можно спины спокойно поджимать, но ребята не решаются. Они все решились, Арамис. Забирает Диего, Нанса забирает Пупсанище и 5-3. Что, либо двойное преимущество, либо преимущество на один раунд. Уже что-то одно. Последний раунд за первую смену старом пошел. Ребята под альфу просто фастом пытаются пройти. Сейчас у нас на приеме. А на приеме у нас тут кто? Арамис. Вот он. Арамис, дружище, давай. Что-нибудь сделай. Потерял просто всех хп. Уже на хаешке первого забрал. Что, мясо не получилось. Диего пока один в дверях. Чока уже проходит спокойненько под ЦК. Тут у нас Коби вылетает с ножом. Не получается его даже забрать. Портос забирает Чоку. 3 в 2. Ситуация в меньшинстве. Нападение. Дерзкий просто отлетает. В планете и Пупсанище бежит приспука Т. 1 в 3. Остался соточка. В запасе есть, но 3 игроков сейчас будет очень сложно положить. Тут надо быть, не знаю, лютым дробером просто, чтобы это сделать. Эй, его сейчас спину Портос. Ну что, не за чеком. Просто я понял, Пупсанище, в принципе, все мимо. Одну пулю только первый попал. Тут стреляет быстро, но не точно. Вот единственный минус этого игрока. Ой-ой-ой, если сейчас второго заберет, то можно еще попытаться забрать раунд. Нет, 19 хп, ну что, Коби. В итоге забрал. Еще остается 5-4. Именно с раундом. С одним раундом выходит на вторую половину, ребята. Ой-ой-ой. Из UTD меня крашнуло из ПБшки. Жестко. Вот так вот. Вот так вот бывает. Ладно, ребят, сейчас перезайдем. Быстренько, надеюсь, что ребята без нас не начнут, потому что будет грустно. О, ну я сейчас быстро перезайду. Что-то как-то только закончили играть, сразу пац, ошибка. Ну, ладно. Это ПБ, тут ничего не поделаешь. Окей, главное, чтобы ребята не начали. Я думаю, сейчас пока они там готовятся, пока думаются. Так, давай, вот он уже наш сервер драгоценный, 84-й, незаменимый. И дайте нам лишь слот, спасибо. Так, мы ворвались обратно. Хопа, а ну-ка давай включайся экран. Так, продолжаем. Five Chance отыгрывают смену. Сейчас будут в нападении. Напоминаю, что одного раунда им не хватает до равного количества раундов на табло. 4-5 счет. Ну и посмотрим, как UTD будут отыгрывать в защите. Потому что у Five Chance поначалу не залетало. Посмотрим, как сейчас будет залетать у UTD. Так, ребят, тут жмут вроде как кнопочку готов. Ждем их. Тихонечку ждем. И будем начинать. Напоминаю, что подписывайтесь на все наши социальные сети. На группу ВКонтакте, также в канал на YouTube. Именно там вы сможете найти все записи со стримов. Также подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте. Буду очень рад всех вас там видеть. Вы сможете все ссылки найти в бегущей строчке прямо сейчас на стриме. Либо промотав стрим чуть-чуть пониже, там будут ссылки. Сможете потыкать и, в принципе, чтобы не вводить в браузерную строку. Именно оттуда. И поподписываться на все наши сети. Так, ну мы потихонечку вроде готовы. Жмем Диего. Давай, снимай свой инвентарь. Проживай. Готов. Будем начинать. Чока. Ну что,
Где Чока? Ярик Бомж. Ладно. Окей. Ребята говорили, что снимут... переименуют комнату. Вот они переименовали. Ладно, напоминаю, что все приветики я зачитываю с Twitch, но тут, так как ничего нету, зачитывать-то я ничего не буду. Не зафлудили вы за всю первую сторону ни слова. Ладно, продолжаем. Продолжаем наш стрим. Мы, кстати, с дробовиком, вот, смотрите, в руках были. Окей, посмотрим по расстановочке, как UTD будут сидеть. Защиту дерзкий в ЦК. Тут Бауэр с Чокой под Альфа, Диего с Попсанищем под Беты. Ну и Арамис уже врывается. Парень побежал. Ну что, должен кого-то сейчас играть? Нет, никого не получилось, Чока. Опен фраг есть, а Портос разменится. Попсанищик очень модный дробовичок взял в свои руки. Серебряный Стас. Порто, Портос. Порто-Портос ставит бомбу. 46 хп. Ну что, хаешечка, надо зачекать? Нет, хаешечка. Тут не получилось. Дерзкий забирает голову. Просто Нанса свою мега-кольта. Коби, да, получил. Бессменный парень даже умудряется казнить. Третьего положил. Это раунд для команды нападения. Да, для команды нападения. Вот они, 5-5. Сравняли, ребята, счет по раундам. Уже, так сказать, ничейный. Ничейный счет есть. Все обнулилось. Заново. Лишь стороны другие. Пупсанище. Модный. Очень модный дробовик. Ладно, Бауэр. Забирает Арамис уже с хаешечки. Потихонечку отгоняют Рождела. Тут мой дерзкий. Опять с пистолета идет казнь. Что, 3 в 5. Меньшинстве нападения. Все ребята под ДЛом. А нет, Кипсус под бетой есть. Два игрока под ДЛом, Кипс под бетой. Ну и посмотрим, кто куда будет проходить. Потому что тут... Диего прыгает, Коби против него. Что, Коби? Чока, Флинтень падает. Коби Бауэр забирает уже Портоса. Дерзкий плюс Бауэр еще по фрагу. Ну и выбили. Даже без потерь. Раунд 6-5. Становится счет. Ну и какой-то, знаете, такой растянутый получился раунд. Такой спокойный. И потихонечку всех поубивали. Ребята из UTD и все. Арамиса откинули хаешкой из бухла, не получилось пройти по фасту эту точку. Диего с Чокой по прагу, и все, уже снова. Снова меньшинстве нападения, Нанса забирает Бауэр с пистолета. Ну вот, у нас фан-турнир на пистолетах, а не на дробовиках получается. Арамис просто на стрессе теряет хп, Нанса второго уже с пистолета забирает. Ну, окей, пытается третьего. Дерзкий вылетает на него, нет, не получается ни с пистолета, ни с дробовика вообще попасть. Дерзкий его перед ЦК казнит. Ну и 2 в 3 ситуация. Арамис плюс Кипс. Вот отыгрывать Кипс, кстати, уже на респауне КТ. Такой вот наглый. Спидом будет обходить. А в ЦК у нас никого. У нас один дерзкий топ-ед ЦК. Где-то мансуется. Вообще ползет. Ползет на рез. Арамис плюс Кипс. А Кипс он спалился. Кипс вообще не парит. Он просто потерял спидом. Все мимо. Ну и дерзкий озадачен. Откуда стрельба? Что происходит? Ну, а Кипс на альфе. Нет, зажали тут одного. Арамис все, в принципе, ушел с бета спокойненько. Кипса. Не получается поставить плент, а время... Время еще есть, еще можно похалдить, ждет. Какой-то экшен на дуэлевой прострел. Он забрал немножко хп у дерзкого, но... Вот именно так. Вот, ну, получается, что Кипс дерзким на альфе воюет Арамис с Попсанищем на бете. Что, для кого будет первый фраг? В принципе, бомба стоит на пленте. А, Арамис пытается тут отвлекать Попсанища. Не получается. Через Шимур забирает. Но Кипс остается 1-2 против двух игроков. Ну, более-менее таких фуловых. И не оттуда он совершенно чекает проход. Ну все, сейчас его просто в спину могут забрать. Кипс. Сидит, вообще не понимаешь, не слышит ничего, а Кипса не... спину, да, все-таки убили. Все-таки убили Кипса спину, это раунд для защиты, еще становится 7-5. На 2 раунда преимущество. Ребят уже есть. Ну и посмотрим, что будет дальше. Миссия успешна. У этих ребят вроде дефенс получше, чем у 5 ченцев, которые поначалу вообще не могли ни раунда забрать. В защите, но в итоге получилось 4 раунда забрать за первую сторону. Арамис откинули, 36 хп осталось. Все, парень очень... Уже, ой, это Нанс забрал. Я же думал, Арамис вышел такой, банц пулю просто в курятинку и убил голову. Но нет. Не его фраг. Что, ребята потихонечку снова халдят. Никуда не проходят. А, кстати, Коби. Коби уже на альфе.
Коби хорошо, Альфу никто не смотрел, он прошел и бомбу даже пытается поставить. Ну, по-моему, как-то неразумно ставить бомбу, когда ты один там в фланте. Чока, просто Диего, Пупсанич, Кив, сколько разменов, 2 в 2 остается. Нет, Пупсанич, еще один фраг, просто всю бету развалили, я даже не успел опомниться. И Коби, вот он, на Альфе. В итоге остался 1 в 2, ну вот прошел Альфу, и в итоге там и остался, их ребят на бете разложили. Пупсанище плюс Чока. Будут отыгрывать против Коби. В принципе, более-менее слышишь, что хотя бы... Я представляю, откуда будет идти весь раш. Нет, Чока. 4 хп у него всего лишь остается, но тот его взрывает на бочке. И это раунд, еще один раунд для защиты. 8-5. Становится счет, ну и... Уже небольшие проблемочки у 5 Chance есть. Уже нужно потихонечку... Что-то предпринимать. Как-то раш не залетает. Может быть, поначалу, не знаю. Сейчас, может быть, ребята просто соберутся, не знаю, фастом соберут какую-нибудь точку. Вообще без потерь для своей команды. Казнят, что движет. Арамис пытается прострелить. Ой, хаешка просто, да, на хаешечку наступает. Нет, с хп там. Было несложно забрать дерзкий в голову. Минусует Нансу, ну и... Вот 3 в 5, снова в меньшинстве отыгрывает нападение. Бартос разменялся на новых игрокам. Команда защиты, тот же Бауэр. Забирает Коби. Ну, 2 в 4, в принципе. Двойное преимущество для защиты. Портос плюс Кипс на респе остаются. Ой, Бауэр. Я воевал так в открытую. Для Портоса просто халявный фраг. Ну, будут, не знаю, халдить. Просто сидеть на своих позициях. Ребята из UTD, а... 5 Chance потихонечку падает. Проходит. Тут Пупсанич на приеме. Нет, не получается. Отлетает на приеме. Пупсанич дерзкий. Пытаться пистолета кого-то убрать. Ну, конечно, да. Тут с дробовика особо не заберешь. Плент Бету. Стека. А Кипс? Кипс, дружище, под тобой, парень. Неужели ты не слышишь? Ну что, должен? Сейчас нет, не выходит, не забирает. Да ладно, как же так? Все мимо, Портос. Сейчас можно слиться в спину. Нет, чок, один с хп. Да, есть ваншот. По чоке. Ну и дерзкий остается один. Да, Кипс его забирает. Наконец-то, ура, аллилуйя, есть еще один раунд для 5 Chance в нападении, 6-8. Становится счет, все еще преимущественно на 2 раунда все-таки у UTD есть, но уже полегче будет 5 Chance. Арамис вошел выше. Все, и сел, ушел вообще на рез. Вот так вот все бывает, окей. Так, ребята более-менее растянуты отыгрывают, подали, не знаю, какой-то агрессии у нас есть, Кипс. Ой-ой-ой, на 7 хп, я где-то потерял просто 93% своих килсов. Бауэр собирает Кипса, Арамис разменивается по нему. 4 в 4 ситуация, но Нанца очень красный, так что на него особо так не просчитываешь. Хотя сейчас пистолет, знаете, повесит рандомный патчику и все. Что Нанца, вот он, отлетел. Дерзкий, забирает с двойки Нанца, ну и вот Портос все-таки разменялся. 3 в 3. Фраг для одной команды, фраг для другой. Дерзкий вылетает на ЦК. Там был Коби. Покоцался. Коби 3-4 хп у него остается. Сейчас нет. Ушел на респ. Я думал, сейчас будет вылезать. Что, ребята под бета будут отходить. На бете у нас есть 2 игрока. Что, Чока? Плюс Пупсанище. Пытается встретить Пупсанище уже спину. Там Портос. Ну что, заберет, не заберет. Чока забирает Портоса. Не получается войти. Коби. Ну, просто это раунд на пистолетах пошел. Я не знаю. Коби, Арамис по фрагу. Остается один дерзкий. Вот так вот, разобрали все-таки бету. И все-таки получилось. Ползет тут. На зонты. Ну и все, сел. Будет ждать. А дерзкий у нас со своего респауна потихонечку тоже подкрадывается. Ну тут его видно было бы, да. Уже зачекали, в спину пытается Коби забрать. В итоге получается это сделать. И это раунд для нападения. 7-8. Счет на табло. Ну и отыгрывать потихонечку раунды 5 Chance. Ну вот опять же, как за предыдущую сторону было, что первые несколько раундов просто слили безнадежно здесь. А потом начали тащить, тут то же самое. Тут тоже то же самое. Ну что. Это под бэду раунд, Диего забирает первого, Нанс вообще ОФК стал, Кипс Пуспанище по фрагу и потихонечку теряет своих игроков. Террористы. Отошли с Раша под бету, Нанса. Вышел из ФК, пошел на ПДЛ, а там у нас Бауэр. С своим кольтом стреляется на ДЛ, ну. Логи не покосал, Чока, забирает Портоса. Вот.
Да, если что-то сделать, кто там так быстро стреляет? Пупсанище, просто, не знаю, мега скилл. Стрельбы, ну. Все мимо, но в итоге чока. Пришел зонтов, забрал Нанса, остается 1-4, особо ничего не сделать, сейчас скиллы просто, да, забрали спокойно. Это 9-й раунд для команды UTD, и один раунд ребятам всего лишь осталось набрать до победы в первом этапе. И если сейчас 5-ченс не соберутся, то они могут проиграть в первом этапе. Обидно будет. Но это так. Ну что, посмотрим, какой будет раунд на последний. Так сказать, просто, знаете, на ниточке уже держится вся игра. 5-ченс должны забирать. Пошли под бету, пытаться что-то сделать, копил опенфраг. Есть. Ну и что? Опсанище. Опсанище сидит, вот, там даже никто не находит. До первого забрал, нет киев с Пардосом. Просто хедшоты вешают дробовика, Бауэр выходит, разменивается. Свой респаун, 2 в 3 ситуации, меньшинстве на защита, вей копи. Зачекал парня, не получается забрать финансы. Скальта его казнит, и чока остается 55 хп у него в запасе, остается 1 в 3, но тут... В принципе, достаточно коцанные игроки и команды нападения, Портос 19, Коби 25, один Нанс фуловый. Но повоевать тут можно. Чок решил с пистолетом пойти. Главное сейчас Нанса заваншотить, а там будет уже гораздо проще. Нет, не получается даже Нанса убить. Раунд для нападений 9-8. Ну что, последний раунд решающий. Будет это победа команды UTD или допы. Вот так вот. Первый этап достаточно жесткий. Ну и посмотрим, последний раунд, что кто предпримет. Куда ребята будут сейчас отходить? Решили под бету все-таки сыграть. Что нет. Оставили одного Арамиса, все остальные под альф. Ну, Арамис там будет сейчас воевать просто. Отвлекать на себя внимание. Посмотрим, как долго он там будет выживать. Вроде получается, ни хп не теряется. Да нет, попали все-таки на отходе один разок по нему. Ну, а ребята уже... А ребята уже в альфе спокойно. Бауэр на приеме пытается хоть кого-то казнить. Но спину, почему никто не зачекнул спину? Все-таки забрали два игрока уже. С респауна подтянулись. Стоп, они не ставятся долго ждать. Диего плюс Чока по фрагу. 3-5. Ситуация Диего. Копи, нет, все-таки забирает. 3 в 3. Стоя, двое игроков. Заказ. Эрамис. Кип. Дерзкий по фрагу. 2 в 1. Дерзкий. Что? Против Эрамиса и Копи. Сложно. Сложно. Копи просто решает вообще не вынесуваться. Пытается забрать дерзкий. С первого забирает Эрамис. 8 хп. Тут просто игра на верочку. Должен выйти убить. Вот что от него требуется. Не получается. Дерзкий затаскивает раунд. Просто... Не получается забрать 1 в 2 с кольта. Бомба казнит команду, оставшуюся команду 5-ченс. У нас дерзкие ЮТД побеждают с учетом 10-8 в первом этапе. Вот так вот жёстенько. Почти вытащили ребята, но... Не получилось у них это сделать, а мы пока что уходим в небольшую рекламную паузу. И второй этап, я думаю, не заставит себя долго ждать, потому что я так вижу, ребята уже здесь... Потихонечку собираются. Но мы вернемся, когда залетим уже в комнату.